Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим подогрев сидения универсальный, встраиваемый от компании GT, модель H01. Поставляется в фирменной упаковке подогрев сидения. Давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте гарантийный талон, подробная инструкция по установке и эксплуатации подогрева, и также сам подогрев. В комплекте провода подключения вместе с предохранителем имеются клеющиеся элементы для установки, которые понадобятся, стяжки, провода подключения питания с реле, также с регулировкой подогрева. Имеется два режима подогрева, слабый и более мощный. В комплекте идут два нагревательных элемента. Нагревательный элемент — это у нас углеволокно. Размер одного элемента 47 сантиметров на 26. Один элемент встраивается в спинку сидения, второй на само сидение клеится. В принципе, в комплекте есть все нужные дополнительные инструменты для того, чтобы поклеить правильно. Также на самом мате наклеена липкая лента, с помощью которой надежно устанавливается данный подогрев в сиденье. Потребляемая мощность около 48 Вт, заявленная производителем, подключается, как я уже сказал, сугубо на 12 вольт. При покупке на подогрев сиденья обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.